Всем привет! Июнь промчался незаметно. Сегодня 1 июля, и я в лесу с надеждой что-нибудь найти. Посмотрим. Прекрасная погода. В лесу очень хорошо. Одно немножко расстраивает. Грибов не видно пока что. Заезжаем в третье место. Везде разный лес, но результат одинаковый. Грибов не видно. Ой, к сожалению. Один единственный дождевик нашла. Вот это да. Но уж брать его не буду. На жаренку его не хватит. А пока-пока. С вами была Ольга и мои грибные истории.